всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Серега, King on Fire Killer. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Тестируем новое оружие». Называется пак Cold Mix Weapons. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем тестировать, веселиться и поднимать вам настроение. Вот у нас такие спауны, когда они будут умирать, они будут сами появляться, а мы будем просто смотреть и веселиться. Так, пацаны, ну что, первое оружие у нас Branch Fear. И оно почему-то эрорно, но оно стреляет. Давайте проверим, что оно может делать. Ого. Вам слышно эти звуки? Да. Звук выстрела. Очень классно. Такое ощущение, что это арбалет, да? Ого, аж у меня аж пищит у тебя, в ушах. Знаешь, Димас, ого, у тебя моделька, как будто ты дробовик держишь. Так, хорошо, давайте. Второе оружие, какие-то странные названия. Heavy Only. Так, проверяем. Слышно какой-то звук странный? Не очень оно и фигачит. Надо очень много выстрела. А это что? Ой-ой-ой, я бегу. Это бомб! Ооо, кстати, классно. Можно бомбы, да, насирать? Давай еще раз, Дима. Подожди, а что? Ой, подождите, давайте еще раз. Давай на мне. Вот, я их бросаю и убегаю. Ого, не мочит. Вы видите, как умирают монстры? А я живой. Смотри еще раз. Вот о, это жесть. Реально крутое оружие. Ну давайте просто постреляем. Это было на правую и на левую кнопку. С одного выстрела любой монстр. Нет, не любой. Оно если в бритирку, в голову. Любого. А ну зомб, вот босс. Чистые жизни. Нет, не убивает. А два на человеке обычно. А, ты взял оружие, когда нажимаешь правую кнопку. Мы до него дойдем, ты спойлеришь. Серега. Ну ладно, King of Fire, обстоятельства. Ого. Красиво отлетел. А, хорошо, следующее оружие Fireblade. О, что это за... Как оно выглядит? Это меч. О, прикольные звуки издает. Ой, я на правую кнопку мыши, я, меня не видно? Ого, я быстрый. И невидимый? Да. Офигеть. А ну, давай проверим King of Fire 50 и 50. Я могу зажать и бить быстро. Очуменное оружие. Давайте на монстре используем. Да, надо долговато, конечно, фигачить, но очень интересно. Следующее оружие Fire Wolf. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, это на правую кнопку мыши. Давай сдалека в голову. Давайте в здание. Здание будет у нас как эталон. Нормально фигачит. Такие чиканья, да, звук издает? Ого! Кэнфайр отлетел. Ну, прикольное оружие. Давайте, хорошо. Следующее оружие. Лазерган. И на нем изображено почему-то целая солнечная система. Ого, оно выглядит. Давайте отойдем подальше. Чё-то слабо, да? А чё такое? Ой, а чё оно меня? Это оружие, что само убивал? А давайте издалека попробую. Ого, ты видел, что произошло? На левую кнопку мыши как стрелять? А на правую? А блин, что-то одинаково. На 4 убил. Хорошо. Следующее оружие Лазер Файер. О, выглядит как обычный магнум с платами. Слышь, успокой. Ого. Это один выстрел был сразу. Правой кнопкой мыши. А что-то я делаю? Ой-ой-ой, опять бомба. Гранаты оставляю. Так эти мощнее. Это с пистолета такие гранаты? Да. Я могу бросать просто и все. И все сзади умирают. Ой, я представьте, бежите по лабиринту и просто оставляете за собой следы вот такие. А, все, кончились патроны. На, трупейшн сразу. А я жив. Хорошо, давайте, следующая оружие. Light Beam Maker. Ого, кабака. Пол поезда в руках держу. Воу. Оно-то щекотит. А может, оно жизнь пополняет? Да, не убавляет, я вижу. Убей меня. Не, у меня жизни тратится, а потом добавляю. Странно.
А, когда я стреляю по воздуху, они убавляются. Если я стреляю в тебя, они добавляются. Воу, прикольно, можно выживалочку сделать. Это я хилю, так понимаю, или нет? Смотри, сейчас тебя расщеплю. Я вижу, как жизнь тебе тратится, Серега. О, ты, кстати, а ну, отожми. У тебя скин меняется. Ладно, давайте в дом стреляем. Странно как-то очень, но оружие крутое. Следующее оружие, Rocket Launcher. Ого, кабака. Я лучше. Нормально. Она мощная. Ух ты! А ну, пацаны, отойдите. Я в бункер. Нормально расколбашивает, да, пойдет? Это смотри, как насколько быстро он стреляет. Вообще разрушительный ракетомет. Следующее оружие. Silence of the Forest. Вам не кажется, что странное название? Ой, а что это было? Вокруг меня что? Кто-то идет? На. Босс с первого раза, да? Ух ты. Да. Как со стороны это выглядит? Дробовик держит. Обычный, да, как в Half-Life? Да. Ух ты. На. Прикольно, мне нравится. Следующее оружие SMG 2.0. Довольно-таки неплохо. Знаешь, что в этом баке очень круто? Что есть альтернативный режим огня. Как в старых играх. Особенно Unreal. Ты играл Unreal? Ну, прикольная оружка. Следующее оружие Stone Blade. Вот. Когда нажимаете правую кнопку мыши, у вас просто костюм на 10 тысяч хп. Или вообще не тратятся жизни? Вы видел себя, свое лицо, когда ты нажимаешь, ты меняешься. А я могу нажать F4 и увидеть. Ой, нажми, Enter, смотри. Нажми. Ого. Дело в том, что когда... Ой, что это было? Ого, это я убиваю так? С одного... А ну давай босса попробую. А ты это... На виде сверху ударь. На виде сверху ударь. Ооо, Серега, смотри, я могу сделать двойной прыжок и под... А ну. Ты видел? Это... Так, это... следующая оружка. Suicide Bomb. Это что, получается, мне умереть придется? Она на руке прикреплена. Ну что, пацаны, прощайте. Ого. Это очень жестокое оружие. Это знаешь, так... короче, когда казнить надо человека, такую бомбу лепишь ему и все. Ты мне в руку выбил. Прощайте, пацаны, вы были хорошими Давай, людьми. Вот это жесть. Все так кричат. Так, следующее оружие. Супер хэви антимейт. Антимейт, наверное. Ого, у него отдача. Давай, я подержу тебя. Я зарядил ее на какой-то выстрел. Ого. Это же черная дыра. Черное очко оружие? Да. А ну, Серега, смотри. Ого, но здание разрывает. Еще разок. Серега, смотри, как я могу. Ты смотришь на меня? Да, да, да. Смотри. Ребята, на оружие можно летать, только никому не говорите. А ну, Серега, ты можешь это на этом оружии прилетать ко мне на здание? А, у вас же задержка, да? Да. На. Ух ты! А я ушел оттуда, кабак. Полет. Патроны. Летим по пацанам. Вот это высоко я улетел. Успею стрельнуть. Ауч. Все. А я живой. Серега, как всегда, читерит по красоте и остается живым. Вот это я улетел на край карты. Так, ну что, оружие очень крутое. Напишите потом в комментариях, какое больше всех оружие понравилось. Пока мне что это всех больше всех мне нравится.
Следующее оружие Sword of Power. О, что это за болгарка? Это Димас, бензопила. Это меч, который убиваешь ты людей, и за это тебе дается здоровье. Хилка. А на правую кнопку мыши ничего? Нет. Печально. А ну, босс. Ну, такое оно еле дамажит. Надо ударов 8 сделать. Так, последнее оружие. Телепортер. Очень странно, что за кабака? Это телепорт. Слышь, тебя убиваю с одного раза. Какой же это телепорт? Написано телепортер. Может они наврали? О! Серегу, этого чего оружия у всех есть еще R английское? А ну. Чё? А мы этот арбалет тестили? Мы его что ли не тестили? А тестили. Короче, Серега, возьми этот пистолет и нажми R английскую. На. Какой пистолет? Это. На. Ой. Я не могу тебе его дать. А, скопил создать с помощью инструмент. Во. Может мне тоже дашь, Димас? Нет, это только для избранных. Создать с помощью инструмента. Вот, смотри, это оно. Димас, ну да, это он. Нажми R английскую, Серега, прицелься и R нажми. О. Смотри. Нажми правую кнопку мыши, а потом R. О, я тпхнулся, видишь? О, да, тпхается четко. Я нажимаю ничего. А ты поближе нажми чуть-чуть. R, даже без прицела, R нажми просто ближе. Нажимаю, нет. Ниже, можешь прицелиться? Под пол. Я нажимаю R, и вот тпхаю, смотри. О, вот ты молодец, видишь? Вот, здесь крыши появляются какие-то. Прикольно, да, ружка, Серега? Летаем, телепортируем. И при этом, знаешь, что мне нравится? Что не тратятся патроны. О, я на балкон тпхнулся, смотри. Где? Хоп, я уже внизу. Хоп, я на балконе. Я сломал оружие себе. Да еще и дамажит, конечно, неплохо, но очень косо. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. На всем отличного настроения и всем пока!